Светлана Шалина работает учителем-дефектологом в детском саду номер один уже 20 лет. О каждом из своих воспитанников она отзывается с любовью. Светлана – неоднократный победитель городских, областных и всероссийских конкурсов. Недавно она стала призером в региональном этапе 7-го всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России-2024», где заняла 2-е место. Сложности, наверное, не было, потому что это моя работа, да, вот это методическая работа, работа с детьми, снять занятия – это наша повседневная, моя повседневная работа, которая, в принципе, сложности не было. Нужно было просто сесть и, ну, все оформить, все это систематизировать и отправить это в Нижний Новгород. Светлана работает с особенными детьми. Каждому нужен свой подход. Как рассказывает Светлана, большой процент выпускников детского сада идут в общеобразовательные школы. И это все благодаря воспитателям, которые там трудятся. Сад работает по 4 направлениям. Задержка психического развития, тяжелые нарушения речи, нарушения зрения. И вот раньше была патология умственной отсталости. Ну, с этого учебного года будет группа для детей с расстройством аутистического спектра. Второе место в номинации «Логопед года» на конкурсе заняла и учитель-логопед школы номер 14 Елена Евдокушкина. Женщина работает в школе 27 лет. Елена признается, что на занятия дети приходят разные. Сейчас у нее в группе занимается 25 человек. Вместе с ними Елена подготовила программу о космосе, которую и отправила на конкурс. В этом году я подтверждала высшую категорию, но и в связи с этим я разработала такую методику разноуровневых заданий, которые предлагаются детям в зависимости вот именно от их нарушения. Но чтобы дети почувствовали ситуацию успеха, задания были предложены в 3 вариантах – от простого и более сложного. Это и послужило вот моей работой и на аттестацию в этом году. И также эта работа, она у меня пошла и на конкурс. По словам Елены, участвовать в конкурсе было интересно. Всего 2 номинации и занять 2 место среди 127 участников для нее почетно. Ну, конечно, было очень приятно, тем более мне позвонили немножко раньше, чем Свете, с кафедры. И я, конечно, даже не поверила, прям даже переспросила, это Саров там, да, мы заняли 2 место. Она сказала, да, ваша номинация, вот учитель-логопед, с вашей работой, ваш кейс и ваше занятие, как бы вот понравилось комиссии, и вы, да, проходите на 2 место. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2024» направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, поддержку инновационных разработок и технологии организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, утверждение приоритетов образования в обществе. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.